Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. У нас сегодня 17 октября 2021 года. К большущему сожалению, голосовые связки уже неделю не дают мне возможности полноценно работать и снимать сюжеты для своих потенциальных инвесторов, коими я вас считаю. Потому что всех остальных хейтеров и диванных критиков я всех заношу в бан, в блок. Сегодня мне проснулся с утра, там комментарии таких понаписали, матерных, просто некоторые, просто индиго, ну просто индиго. Я даже не стал отвечать, больные люди, господа. Значит так, ребят, я приехал в Ордоне, мама с дочкой хотят посмотреть площадь для того, чтобы мама на пенсии спокойненько жила. Значит, смотрите, предыстория. В 2009 году построили три дома, полноценных три дома. Из них сделали гостиничный комплекс. Этот гостиничный комплекс на протяжении всего долгого времени работал. Буквально недавно мой товарищ близкий выкупил центральный корпус. Там три корпуса рядом стоит. Сейчас я вам покажу. Я уже снимал про них сюжет. Я здесь продавал две квартиры. На первой же сделке было продано 16. Сейчас я отдельно об этом скажу. Значит, и распродал это все по апартаментам. Чтобы было понимание, по статусу это жилой дом, и продается это как доля в доме. Но все жильцы, которые уже купили квартиры, а это порядка там 20 человек, они написали отказ. Во-первых, там заключено соглашение между всеми о праве пользования. То есть каждый собственников пишет соглашение, подписывает нотариально, что ему принадлежит квартира номер 19, 15 и так далее. Счета все разделены. То есть проблем никаких нету. Это не какое-то нежилое помещение, это просто доля. Сейчас очень много ЖПшек достраивается, и там также будет долевка. Бояться этого реально, ребята, не надо. Как инвесторское предложение, как для себя, это просто ну, уникальная цена, которая есть здесь, в принципе, в Лазаревском районе. Мы находимся в Ордоне, на первой береговой линии. Здесь свой собственный пляж, 50 метров я пройду, поснимаю, покажу вам. Уникальный пляж, обалденный. Я там, на этом пляже летом два раза с детьми приезжал загорать, потому что здесь потрясающая прозрачная вода. И здесь, несмотря на то, что в углу там сдают там, квадроциклы, там, лежаки и так далее, просто никогда никого нету. Ни в будние дни, ни в выходные. Просто потрясающее место для уединения, для отдыха. Значит, у каждого из этих домов есть свой огромный бассейн, я не знаю, метров 15 там, или 17, ну, здоровенный просто этот бассейн. Они все функционируют в летний период времени, эти бассейны. Два корпуса продолжают работать как гостиница. Здесь пешком, ребята, вот слушайте, здесь пешком одну минуту до ЖД-станции в Ордоне, одну минуту. Почему я сразу вам говорю, что здесь доля? Потому что я как бы предпочитаю сразу сказать, что, это, что здесь доля. Доля в собственности. Еще раз говорю, мое мнение как инвестора, и я 100% бы купил здесь площадь, если бы на свою голову сейчас вот не купил в другом месте. Если я сейчас быстро на Светлане свой апартамент продам, как я планирую, на миллион дороже, я однозначно куплю здесь, потому что цены здесь осталось. На первом этаже маленький апартамент 21 квадратный метр. На втором этаже ничего нету, все продано. На третьем этаже 27 квадратных метров и 2 по 23 квадратных метра. И на четвертом этаже 33 квадратных метра и 27 квадратных метров. Все, больше ничего нету. Ценник начинается от 117 тысяч за квадратный метр. Если вы просмотрите хорошо Лазаревский район, то минимальная цена на первую береговую линию, а я подчеркиваю, ребята, это первая береговая линия, составляет от 230 тысяч за квадратный метр. Это у недостроенных ЖПшек, где тоже будет, ребята, долевка на 99%. Меня долевка реально как инвестора, как человека, который живет в Сочи, вообще не пугает. Просто у меня своя отдельная территория, у меня заключено со всеми собственниками жилья соглашение о праве пользования общественными местами, потому что здесь будет и столовая, и подсобные помещения. Здесь своя управляющая компания, ребята. Здесь отдельный въезд сейчас ребята делают. Ну, вот вы поверьте мне, просто говорю вам, вы знаете, Критикобик, это уникальное предложение инвестировать. И здесь, если бы я был на месте своего друга, я бы продавал минимум по 200 тысяч за квадрат. Вот минимум. Я, извините, что сюда смотрю, я все время смотрю в сторону дома. Сейчас я вам покажу. Они здесь стоят, эти три дома. Извините, сейчас я отключу. А то я все время смотрю, вы, наверное, не понимаете. Я все время поворачиваю свое лицо в сторону этих трех домов. Вот они. И здесь вот сразу у нас море.
я бы продавал, честно скажу, минимум. Я бы не торопился вообще ни с какой продажей. Значит, на первой сделке, это когда он открыл продажи, был старт продаж, через 3 недели мы вышли на первую сделку. Сделка была комплексная, люди прилетели из Сибири, из Москвы. Я продал 2 квартиры. Одну жителю с другого региона девочка купила для постоянного проживания. И мужик купил из Сочи местный для постоянного проживания. Здесь своя управляющая компания. Здесь можно управляющей компании отдать ключи и сказать: ребята, сдавайте в аренду. Чтобы вы понимали, сейчас самая маленькая площадь сдается 1500 рублей в сутки в соседних корпусах. Ребят, 1500 рублей в сутки — это 45 тысяч рублей за, извините меня, 20 квадратных метров. Но это хорошие деньги, не в сезон. Чтобы вы понимали, я у себя на Светлане апартамент сейчас сдал до 1 числа. Тоже по 1500 рублей в сутки с хорошим ремонтом. Потом я сдал на помещение по 30 тысяч. Уже у меня заезжают люди. Я буду продавать. За 2 месяца я его продам, и я его буду сдавать сейчас по 30 тысяч в сутки. Ну, пускай коммуналка отбивается. То есть это хорошее место для проживания. Это хорошее место для того, чтобы сдавать в аренду. Это хорошее место просто купить и к лету перепродать. Не первая береговая линия. Здесь в Ардане строится новый комплекс. Он еще не достроился. Он еще там продается, я не знаю, честно, по преддоговору, по договору инвестирования или договору займа, я не знаю, потому что я не продаю такие объекты, только со свидетельствами о собственности. Здесь сделка через нотариуса, здесь сделка однозначно через нотариуса с долей земельного участка. Здесь все собственники, которые купили, там порядка 20 человек, написали отказ от того, что они не желают, ну, не претендуют, так сказать. Если вы будете продавать, не надо никакой левой схемы, никакого доверия, ничего не надо. Все собственники уже подписали нотариальный отказ, что они не претендуют на ваше жилье, на покупку, на вашу площадь. Поэтому продавать вы можете через куплю-продажу, и у нас будет купля-продажа однозначно через нотариус. То есть проблем технических, юридических никаких здесь нет. Вот, сейчас приедет мама с дочкой, посмотрят, я им покажу этот объект, а пока не подъехали, я пойду и вам немножко поснимаю. Раз уж я приехал, раз уж я с таким голосом, почему мне не показать ваш объект? Вдруг у кого-то есть в наличии, грубо говоря, свободные 3-5 миллионов, я вам однозначно эту площадь продам дороже минимум на 500 тысяч рублей. Просто сейчас он допродаст вот эти оставшиеся 5 квартир, и ценник будет, я вас уверяю, 200 за квадрат однозначно. То есть здесь это шикарное место. Несмотря на то, что дома по классике стоят, им, извините меня, они 2009 года постройки, вы понимаете, что с ними ничего не случится. Это надежные объекты. Внутри там, да, сами комнатки такие зеленого цвета, там стены, там надо покрасить немножко. Я покажу, какие уже собственники зашли, делают ремонты. Клинкерный кирпич, лофт-стиль там, ну, интересно делают. То есть это хороший, ребята, объект для инвестирования, для проживания, для просто временного приезда и пребывания в Сочи на курортный период времени. Все, я переворачиваю камеру и прямо отсюда пойду, буду тихо разговаривать. Извините меня за голос, ребят. Вот реально хочется снимать, но, к сожалению, пока не могу. У кого есть в наличии определенная сумма денег, которую сейчас буду озвучивать вам, стоимость апартаментов, не думая, ребята, инвестируйте, покупайте. Чтобы вы понимали, кстати, все думают, что там, все думают, что там какие-то баснословные комиссии платятся риэлторам. Да, бывает такое, что за объекты дают как бы там и 20 тысяч за квадратный метр. Здесь в основном это 3-5 до 10 тысяч за квадрат. Но здесь как бы, так как это мой товарищ, он такой достаточно строгий, как бы он тут все держит хозяйство, он сказал риэлторам: ребята, какую бы вы квартиру ни продали, какой бы площади вы квартиру ни продали, я больше 100 тысяч комиссии вам не даю, раскрываю вам секреты. Но разрешается озвучивать цены между нами девочками выше стоимости, соответственно, той, которую назначает собственник. Но я сейчас пойду вам и озвучу цены, которые назначает собственник. Реально. Те, которые мне сказал Димыч, я скажу твои цены, потому что ты здесь хозяин, ты барин. Вот, поэтому как бы здесь я считаю так, что курочка по зернышку, здесь на перепродаже можно заработать 500 тысяч рублей запросто. Поэтому, может быть, кто-то захочет инвестировать, и мы потом вместе перепродадим там на 500, на миллион дороже, в зависимости от площади, которую мы возьмем. Если хорошую квартиру вот ту взять, 33 квадратных метра, она шикарная, шикарным видом. И за 4 миллиона шикарная квартира, сейчас покажу вам. Ее можно будет перепродать на миллион дороже. Вот к лету мы перепродадим ее на миллион дороже. Присмотритесь, ребята. Это не бла-бла-бла-бла-бла.
Про комиссию я вам сказал честно, какая она здесь. Она уже здесь в цене, поэтому я сейчас озвучу цену вам от инвестора. И, естественно, ничего сверху набрасывать не буду. Все, давайте, я пошел. Так, я вышел за машины. Смотрите, это дорога к морю. Но, чтобы вы понимали, у всех этих корпусов, у двух корпусов, кроме нашего, есть свой спуск к морю. И мы либо, я разговаривал с собственником, с Димой, он сказал, мы либо договоримся, и спуск у нас будет через какой-то из этих корпусов. Вот. Либо, соответственно, мы сделаем свой. Вот здесь что-то облагораживается территория, не знаю, что здесь будет, что-то облагораживает здесь. Здесь детская площадочка. Здесь детская площадочка. Так, сейчас не обращайте внимания, что здесь так. Здесь была парковка. Здесь была парковка. Но хозяин, у которого здесь тоже... Кстати, чтобы вы понимали, собственник всего этого здания, у него тоже здесь двухъярусная квартира. Он здесь тоже будет как бы отдыхать, пребывать, жить. И кто-то передоверит его управляющей компании. Допустим, живете вы в Москве, вы отдали ключи управляющей компании. Управляющая компания по соответствующему расчету для вас это все сдает, ребята. Сейчас здесь делается отдельный въезд. Вот сейчас как раз таки тоже ведутся работы разного рода. Вы не мешаете, спасибо. Да-да, наоборот, рабочий процесс идет сюда. Да, в режиме онлайн. Вот, здесь будет отдельный въезд. Ребята здесь делают отдельный въезд. Отдельная парковочка. Здесь это магазинчик. Здесь будет столовая отдельно на территории сделана. Тут есть помещение, чтобы вы понимали. Под бильярдную. Оно там. Там бассейн. Сейчас он не заполнен, чтобы вы понимали. У соседей заполнен, но наш не заполнен. Тут внизу у нас будет там баня, бильярдная. Здесь у нас бассейн. Он огромный, ребят, чтобы вы понимали. Он просто огроменный. Я не знаю, сколько здесь метров, но он просто огроменный. Вот, там у нас баня бильярдная, там еще будет столовая. Придомовая, все будет убираться, управляющая компания. Так, ценник там. Смотрите, мы зашли на передаж. Макс, напомни мне, первая квартира, которая какая? Давай, единственная квартира на первом этаже, которая есть. 2 миллиона 500 тысяч рублей. Она 21 метр, правильно? Она... Да. Вот она. Она 21 или 22? Посмотри, пожалуйста. Ну, просто это важно, влияет на стоимость квадратного метра. Но чтобы вы понимали, если даже она 21 квадратный метр, то цена получается 117 тысяч за квадрат. Поделите. 2,5 миллиона на 21. Это у нас получается 117 тысяч. Это самое дешевое, что есть здесь на побережье. Ребят, стены бы, естественно, ну, для меня лично зеленый цвет неприемлемый. Надо покрасить. Электрика, проводка, потолки, там проблем нету. Высокий, более чем. Здесь по полу можно пустить любые коммуникации. Кухню поставить сюда, сюда, куда угодно. И посмотришь, скажешь, ладно? Ну, там. И чтобы вы понимали, кому-то будет неприемлемо, что он выходит на балкон, чтобы вы понимали... Собственник разрешает все это застеклить без проблем. Это будет закрытое пространство. Если вы здесь поставите хороший стеклопакет, хорошее стекло, вы ничего здесь слышать не будете вообще. Ничего. Здесь будет тишина и уют. Это маленькая такая студия. Пускай будет 21 квадрат. Там, ладно, 117 тысяч за квадратный метр. Очень хорошая цена. Но кто-то скажет с детьми, ребята, мне это не надо. Он оставит все это открытое и скажет своим детям, ребят, пожалуйста, прямо отсюда вы можете вот и прыгать в бассейн в летний период времени. Следующим летом, с мая месяца, я вас уверяю, здесь будет вода прозрачная и все будут купаться. 1000000%. 1000000, вон там водопад, все дела. Это полноценно функционирующий бассейн. Ну и мне, например, по кайфу. Мне, например, по кайфу, что здесь, если ты как бы не пенсионер, то почему бы нет, не надо за клиента решать. Вполне ему подойдет и эта площадь. Санузел здесь отдельно выделен, здесь душевая кабина, ставится раковина, унитаз, то есть, в принципе, конечно, ребят, надо поменять, ну, блин, по мне это супер классика, да, здесь раньше жили люди, естественно, все это сдавалось, то есть это было все функционировало полным ходом, но по мне, конечно, здесь надо поменять плитку, как минимум покрасить стены и на полу перестелить ламинат, ну, это мое мнение,
Да, ребята также делают все эти ремонты. Все, с первым этажом 22. А, все, тогда 22 квадратных метра, значит, цена здесь еще ниже. Не 117 тысяч за квадрат, посчитайте, 2500 разделите на 22, сколько будет? 114, наверное, тысяч за квадратный метр. Ребят, ну, без комментариев, кто бы мне что ни написал, я вам даю 100%. Если у меня сейчас в наличии появятся свободные деньги, я заберу ее себе, потому что какая-нибудь... Просто семейная пара с маленьким ребенком сделать здесь себе студию, и малой будет прямо отсюда нырять в бассейн. Все. На первом этаже, ребятушки, больше ничего нету. Все продано. Поднимаемся на второй этаж. Сейчас здесь идут ремонты, поэтому все достаточно так. Пока еще сами понимаете, клиник никто не заказывал. Все тут полным ходом двигаются, что-то делают, ремонты и так далее. Поднимаемся на второй этаж, да, здесь, видите, полным ходом идут ремонтные работы. Вон люди уже что-то там двигаются, делают. Что я хочу вам сказать по второму этажу? Хочу посмотреть, извините, любопытство распирает. Угу. Кто-то заказал сантехнику себе. Ну, в общем, короче, идут ремонты. На втором этаже, ребята, ничего нету, все продано. На втором этаже все продано. Нет ни одной квартиры. Поднимаемся на третий этаж. Так, а теперь бы не перепутать. Дай бог памяти. На сегодняшний день продается. Вот эта квартирка, 23 квадратных метра. Вот она. Примерно плюс-минус такая же, как и та. Но чуть повыше. 23 квадратных метра. Сами считайте. 2700 делите на 23. Сколько будет? 119 тысяч за квадрат. Здесь все идентично. Она стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей. Та стоила 2500 на первом этаже под ней. А это 2700. Во-первых, здесь больше площадь. Во-вторых, здесь открывается вид на горы. И боковой вид на море. Все. 2700. Спросите меня, стоит ли на этих денег? 1000000% она стоит этих денег. Это будет тоже сдаваться запросто в летний период времени. Также сейчас за полторашку соседи сдают. В лето будет сдаваться легко и по 3000. Так, и вот она вторая такая же, она отзеркаливает другую сторону. Тоже, ребята, 2700. То же самое абсолютно. А вот вам и бассейн соседей, пожалуйста. Вот вам бассейн соседей. Ну, я приезжал сюда, ребята, пару месяцев назад, когда здесь было еще как бы полно гостей, народу. Здесь, ребята, все абсолютно. Здесь детей немерено. Просто купалось довольных в этом бассейне. Все видите на видеонаблюдении. Здесь будет то же самое. Управляющая компания, видеонаблюдение. И вот вид такой здесь. Ну, в той мне больше понравился, если честно. В той мне больше понравилось. Если выбирать между той и этой, я бы взял ту. Чтобы посмотреть на свой бассейн. Это соседский, а то наш. И мои бы дети теоретически в том бы плавали, правильно? Зачем мне видеть чужих детей, когда я буду видеть своих? Все, 23 квадратных метра, 2700. Это получается 119 тысяч, наверное, за квадрат. Так, что еще здесь есть? Что еще здесь есть? Так. Ребят, что-то здесь еще есть. Что-то здесь еще есть, что я не помню. Я запутался. Что-то здесь еще есть на продаже. Может, вот это? Не-не-не. А, не-не, здесь уже ремонты. Это продано. Нет, извините. Извините. А, стоп. Здесь еще есть вот это. Это третий этаж. Значит, две вот эти по 2700. И вот она. Вот она. Да. Вот эта квартира. Слушайте, она по документам 27 квадратных метров. Но мне кажется, она больше. Надо обмерить ее. Она с потрясающим видом на море. Она стоит 4 миллиона. Поделите 4 миллиона на 27. Получите сумму какую там? 138, наверное, где-то примерно тысяч за квадрат. Сюда просится, опять же, маломальский ремонт для меня. Ребят, ну какой здесь вид зато шикарный. Посмотрите. Вы получаете вот такой вид.
где вы найдете за эти деньги, там за 138, за 140 тысяч на квадрат, он тоже соседи, кстати, у них тут тоже потрясающий гостевой дом с бассейном. Здесь летом просто красотища. Свой пляж, ну просто красота. Здесь лежаки стоят, кайфы, отдыхайте. Детки там купаются в каркасном бассейне летом здесь. Просто бомба. И вот такой санузел здесь. Более просторный, чем там. 27 квадратных метров. 4 миллиона. Значит, здесь две квартиры на третьем этаже по, получается, 23 квадрата за 2700, и это за 4. Все, здесь больше ничего нет. И на четвертом этаже тоже две квартиры на продаже всего лишь. А, ну 5 квартир, все. А, нет, 6. 6, да, здесь 3, там 1 и здесь 2. 6 квартир всего лишь осталось. 6. Так, здесь вот это. Вот это на продаже. А здесь 23,5 квадратных метра. Вид на горы. Стоимость 3200. Вид на парковку и на горы. Кому море не нужно, вот они, горы. 3200. Делите на 23,5 квадрата и поймете, сколько будет стоить. Ребят, чтобы вы понимали, собственник всего этого здания занимается его компания ремонтами. Поэтому они могут сделать по самой одной из низких цен в Сочи хорошие ремонты. Перепланировку, коммуникации проложить, вытяжки, все что угодно. Вот смотрите, тоже сосед зашел, он здесь делает лофт. Лофт стиль, у него здесь были какие-то фотообои там. Короче, не знаю, море, горы, клинкерный кирпич. Короче, он наводит красоту какую-то тут. Джакузи уже прикупил. Конечно, уникальная. Тут тоже квартирка неплохая. Я просто хочу до вас донести, что это обалденная стоимость. И вот самая последняя квартира. Моя любимая квартира была вот эта, сейчас я вам покажу. 246-я. Она была моя любимая, 33 квадратных метра. Она была уникальная, ребят. Ее купили. Я, честно, хотел ее купить. На самой начальной стадии она стоила еще 3800 в самом начале. Просто это было 100 с копейками за квадрат. И я вот просто мечтал купить ее. Блин, ну я не смог, не успел ее купить, к сожалению, большому. Здесь вот такой вид и ванна. Это огромная просто. Здесь джакузи, шампанское просится. И здесь тоже вид. С этой стороны на горы, как бы ты смотришь частично. А здесь просто надо ставить панорамное такое окно, ставить. И ты просто будешь лежать на море. Просто вот так вот будешь лежать на море. Просто нереальные кайфы. И тут, я говорю, тут бассейн, беседка, мангаль. Это очень крутой гостевой дом какой-то по соседству с баней. Классный. Тоже гости могут приезжать. Но ее купил кто-то. Надеюсь, собственник не будет против, что я ее снимаю. Ее кто-то купил, видите, заново все переделывают. Но она была для меня самая крутая. Вот. А продается такая же, только в зеркальном виде. 34 квадратных метра. 34 квадратных метра. Она стоит 4600. Это поделите, это получается, не знаю сколько, 138 за квадрат, где-то 135, 135 за квадрат. Ребята, еще раз, это уникальная цена на сегодняшний день. Эти квартиры долго в рынке не будут. Инвесторы, либо люди, которые захотят на пенсию, они себе заберут их. Заберут. И я бы забрал, если бы были свободные деньги. Давайте просто купим и заработаем. Мы к лету продадим. Вот сейчас мы купим за 135 за квадрат. Мы к лету за 200 тысяч за квадратный метр ее продадим. Когда здесь запустят все, будут бассейны. Проблем здесь нет никаких вообще, ни с домом, ни с документами, ни с чем, ни технических, ни юридических. Посмотрите, какая панорама. Посмотрите, какая панорама. Не знаю, почему я ту больше любил квартиру, мне она больше нравилась, не знаю. Ну, это вторая, а не две зеркальные, это вторая потрясающая.
Вот. Это огроменная просто ванна. Огроменная ванна. Сюда надо однозначно, ну, понятное дело, там раковина, унитаз, там все дела. А здесь даже стекло такое специально матовое взял. А здесь, ну, просто просится к джакузи, огромное джакузи. И однозначно просто вложиться, сделать, потратить лишние 100 с лишним тысячи, сделать хорошее окно. И просто с видом на море лежать, попивать шампанское. Вот с таким потрясающим видом из окна. Ну, милое дело. Все, сейчас приедут клиенты, я не хочу при них снимать. Хотя поснимаю, может быть, если капризничать не будут. Не очень многие клиенты любят, когда мы снимаем. Короче, не знаю, что бы вы ни сказали. Я согласен, когда снимаешь дом за 40 миллионов, и тебе говорят, слышишь, да, его себестоимость 15, почему он стоит 40, я согласен. Но когда ты снимаешь такое жилье в наше время, а сегодня, я напоминаю, 17 октября 2021 года, и я знаю, что на побережье нет таких цен, вот здесь, на первой береговой линии, уже не в стройке, а уже готовые, с продажей у нотариуса, который проверит дееспособность, который все документы проверит там. Неделя, и мы получаем документы в Росреестре. Таких цен нет, ребят. Я призываю инвесторов, именно инвесторов, давайте купим, и потом я же вам перепродам. Потому что получать комиссию с этого, с такой квартиры 100 тысяч рублей, мне, конечно, не интересно. Да, на бензин, на еду хватит, но мне интересно потом перепродать это к лету и заработать деньги основные вместе с вами. В нашем уже, так сказать, процентном соотношении, как мы договаривались, 70 на 30. Но я со всеми так работаю. Я вам хороший объект, вы вкладываете деньги и зарабатываете. Ну ладно, пойду встречать клиентов и потом еще с ними, наверное, прогуляюсь до моря. Так, ну, мы посмотрели квартирки. Мы решили пойти на море, посмотреть, насколько близко море. Я точно знаю, что спуск у нас будет потом отдельно с корпуса сделан. Потому что у двух гостиничных комплексов, которые рядом стоят, они, соответственно, спускаются по лестнице своей. Вот. А мы спускаемся пока здесь, через лесок. Но мы, либо потом управляющая компания наша договорится, и люди, которые будут там проживать, будут спускаться по той же лестнице, одной из лестниц соседних корпусов, либо мы сделаем свой спуск. Говорю мы, если честно, потому что я тоже всегда хотел купить квартирку в этом доме. Мне безумно нравится этот пляж, это место безумно нравится. Но сейчас мою любимую квартирку, 33 квадратных метра, с видом на море, уже купили. Вот. Ну, может, какую-нибудь другую у меня получится прикупить. Налево, налево. Направо это там вот лестница, вон она белая, посмотрите. Вон она лестница, и они поднимаются прямо в корпус. Видите, как раз вот этот ближний к морю. Поэтому мы можем, я думаю, через эту лестницу. Вот, ребята. Вот крыша. И вот пляж. Этот пляж летом, я его обожаю. Он все время пустой. Несмотря на то, что вот там всегда катера. Всегда... Там шезлонги в аренду сдают и так далее. То сейчас, ну, летом это происходит, а здесь все равно всегда свободно. Всегда здесь свободно. То есть вообще проблем никаких нет здесь. Здесь водичка, конечно, шикарная. То есть мне очень нравится этот пляж. Кто-то, кстати, на море кайфует, отдыхает. Ну, девочки посмотрели квартиры, я им все показал, они смотрели и маленькие площади, и большие площади, вот, и они сейчас будут определяться, что покупать. Хотят посмотреть пляж и хотят пешком спуститься до центральной дороги, дойти до автобусной остановки, потому что они, ну, женщина, которая смотрит для себя, Марина ее зовут, она смотрит, чтобы проживать здесь, полноценно проживать. На пенсии проживать. Ну, я предложил несколько вариантов там на Мацисте, вот и здесь. Ну, сам рекомендовал, конечно, для проживания здесь. В
Вот, видите, люди кайфуют. Так, ну ладно, включу уже камеру на море, ладненько? Сейчас дойду и включу. Вардане, 17 октября 2021 года. Дорогой, а ты уверен, что привез нас отдыхать в сезон? Да, дорогая, конечно, сейчас самые лучшие, самые дорогие путевки тебе купил. Ты уверен, дорогой, что-то тут не то, а почему ты окутался в одеяльце? Да нет, дорогая, я просто обгораю, ты пойми меня правильно, я просто чисто обгораю. Да, а как наши дети? Ой, да наши дети просто им по кайфу, они такого моря, такого солнца, такой погоды никогда не видели. Что там они жили в Турции всю свою жизнь, ничего не видели. Хорошо, дорогой, я так тебе благодарна за такой отдых. Ты лучший муж на земле. Да, дорогая, лучший муж. У нас будет сегодня прекрасный вечер? Конечно, у нас будет прекрасный вечер за такую поездку, за то, что ты нам устроил такой рай в Сочи. В октябре я тебе так признательна и благодарна. Обязательно. Я всю жизнь буду тебя любить. И сегодня нас ждет потрясающая ночь за то, что привез ты нас в середине октября в Вардане. Спасибо тебе, дорогой, за этот... Да, ветра сейчас. Ветра, конечно. Ну, а что делать? Хотели 17 октября. Вот, ребята, получается, наши три корпуса. Средний наш. Остальные под гостиницу. Все сдается. Слушайте, ну это не мешает, такие погодные условия, великолепно, семье отдыхать, с маленькими детками, все отдыхают, кайфуют, вон дети играются, ну детям вообще все по барабану, это понятно, я обожаю этот пляж, честно, обожаю, потому что летом он просто настолько кайфовый, он уникальный, этот пляж летом, уникальный. Там реальные квадрики, всякие на бананах катают и так далее. Лежаки здесь есть, но здесь никогда нет народа. Это чистейшая вода, просто магическая. Вот честно вам говорю, вот клянусь, если бы не взял себе сейчас апартамент на Светлане, я сейчас быстро его перепродам за пару недель, 100% здесь возьму себе площадь на перепродажу. Минимум по побережью 230 тысяч за квадрат. Ну минимум 230 тысяч за квадрат. Нет таких цен, просто нету. Все, пойдем мы обратно. Пойду я девочек отвезу обратно. А вам, ребята, всем счастья, здоровья, а главное любви. Всем желаю любви. Пока. Пока. Так, все. Я закончил, я поехал. Мы закончили, мы все посмотрели. Девочкам очень понравилось. Ну, я считаю, знаете, когда люди хорошие, вот бывает, приезжаешь на показ, и люди такие, знаете, ведут себя так, ну, тяжело, знаете, тяжело себя ведут, типа, мы тут покупаем, там, что вы перед нами не стелитесь. Я вообще никогда ни перед кем не стелюсь. Да, мне хочется, чтобы купили хороший объект, но мне по барабану, если они не купят, то, соответственно, не купят там. Кого-то в задницу целовать, но это точно как бы не про меня, да, я, если мне пишут гадости какие-то в комментариях, многие риэлторы им пишут, на вас надо бить ногами. Они, спасибо за ваше мнение там и так далее. Они поддержат активность на YouTube-канале на своем. Да мне плевать на самом деле просто на эту активность, на всех этих засранцев, которые пишут это. Если мне написали какую-то гадость хоть один раз, какую-то касаемо там меня, моей работы, там еще чего-то, я сразу блокирую. Я вообще вижу, что это, я понимаю, что 99%, которые смотрят блогеров, это не инвесторы. Это людям, которые просто нравится смотреть это, как сериал, понимаете, они смотрят. И ну, несколько процентов там есть потенциальных покупателей, инвесторов. Ну и то, и даже ради этих людей не стоит унижаться и всех целовать задницу и писать, да конечно, пожалуйста, обзывайте, главное купите. Если ты себя уважаешь, достойный человек, как бы, и как бы просто уважаешь других людей, ты должен, как бы, чтобы уважали тебя. Поэтому, как бы, надо сразу грубо и четко как бы, показывать, что ты не просто так носишь ремень, понимаешь, если ты мужчина. Поэтому я, если честно, не понимаю риэлторов, которые там отвечают как-то любезно и так далее. Я вообще не отвечаю этим засранцам. Я сразу их блокирую. Я проснулся, мне с утра написали гадости несколько человек. Я сразу заблокировал. Думаю, ну дауны какие-то, просто дауны. По-другому не скажешь. Ребят, если вы планируете покупку недвижимости в Сочи, и вы обладаете деньгами от 2,5 миллионов рублей, поверьте, пожалуйста, мне, поверьте на добром слове, я вам искренне говорю, что этот объект, он как бы уникальный. Он уникален своим расположением. То, что это первая береговая линия. Он уникален, самое главное, своей ценой. Потому что самая дешевая квартира получилась, я бы посчитал, 22 квадратных метра за 2,5 миллиона с выходом к бассейну. Да? Это однозначно либо для инвестора, либо
ну, не знаю, маме, либо семье, у которых есть маленький ребенок, да, чтобы он сразу выпрыгивал в бассейн и плавал, прям под их контролем. Папа будет сидеть кальян курить, мама вино пить, а ребенок купаться. 113 тысяч за квадратный метр. Таких цен просто нету на первобереговой линии вообще. Просто не существует их. Если они есть, напишите мне где. Я знаю, что их нету. Недавно мне инвестор набрал, сказал: Дима, поснимай, пожалуйста, мои апартаменты. У него там 20 номеров в Лазаревском районе. Я еще не ездил, не смотрел. Я говорю, сколько? Он говорит, 350 тысяч за квадрат. 350 тысяч за квадрат, вы представляете? А здесь от 113 тысяч за квадрат. Мне вот эти все 6 квартир, которые остались на продаже, они мне все нравятся. Я единственное для себя чисто выбрал бы с видом на море, не стал бы брать с видом на горы. Потому что я живу с видом на горы, а мне нравится с видом на море. И чисто как квартирку, куда приезжать купаться, потому что мне безумно нравится пляж, я бы выбрал с видом на море. Ну, безумно мне нравится вот так, конечно. На 4-м этаже, которая с большой ванной. Я представляю, как ты залазишь в джакузи с шампанским, там жена, свечи, все дела. Красота, романтика, клевая музыка играет. Ну, классно. Короче, ну, нет слов. 4600. Стоит она этих денег? Да, конечно, стоит. Продадим мы ее с вами за 5600, за 6 миллионов ближе к лету, там, спустя какой-то период времени, начиная от полугода. Продадим 1000000%, ребят. Эти 6 квартир за пару месяцев собственник продаст однозначно. Не со мной, с кем-то другим он продаст. Вот. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти квартиры купили инвесторы, и чтобы мы потом вместе их перепродали. Потому что я знаю, что у этого объекта нету ни технических, ни юридических проблем. Вот. Поэтому, если у вас будет желание заработать, ну или в конце концов купить для себя, ребят, приезжайте, я с удовольствием приеду, покажу вам и покупайте. Еще раз вам счастья, здоровья, любви, вот, и всех благ. Не болейте, будьте счастливы.